Привет! Меня зовут Егор. А тебя как зовут? Ух ты, какое у тебя красивое имя! Я хочу познакомить тебя со своими друзьями. Смотри, кто к нам приехал. Кто это? Это грузовичок по имени Бибипчик. Бибип. Привет. Смотри, какой он красивый. Он улыбается. А вот его друг Колесик. Бип. Он маленький, но они здорово ладят вместе. А их старший товарищ помогает им. Его зовут Кран-Краныч. Я Кран-Краныч. Я всегда готов помочь. Вот какой он замечательный. Иногда к ним прилетает их друг Бипланчик. Это маленький самолетик. Я иногда очень люблю поиграть. Что же решил сегодня сделать наш друг? Я решил построить какой-нибудь интересный городок. Только я совершенно не знаю, с чего начать. А вы, ребята, знаете? Надо подумать. Я думаю... Что случилось? Что с тобой? Что случилось, Бибипчик? Похоже, я застрял. Что же делать? Помоги мне, друг! Я попытаюсь. Ничего не получается. Что ж такое? Я слишком маленький. Надо срочно звать старших товарищей. Кран-Краныч, помоги! Ну что опять стряслось? Он застрял. А надо слушать старших. Я сколько раз тебе рассказывал, что нужно спрашивать все у взрослых. Я бы тебе не посоветовал здесь ездить. Ну что ж, я помогу тебе. Ну-ка, Колесик, отойди. Я везде проеду. Ну-ка, держись. Ура! Спасибо! Спасибо тебе, дорогой Кран-Краныч. Ты спас меня. Ничего, главное в следующий раз. Все спрашиваю взрослых. А вы, ребята, не забывайте об этом? Никогда не забывайте об этом. Ну, я поехал. Колесик. Теперь я знаю, Колесик, что нужно строить в первую очередь. А вы догадались, ребята? Правильно. Чтобы подвозить стройматериалы, в первую очередь нужно построить дорогу. Давай строить! Давай! Выгружаем. Так. Помогайте! Ну что, построим дорогу. Еще. Еще. И еще два. Вот какая у нас замечательная дорога получится. Ага. Даже можно еще удлинить, чтобы все могли проехать. И грузовики, и легковые автомобили. Ура! Ура! Спасибо всем, ребята! И вам! И всем, кто мне помогал. Смотрите, какая дорога у нас получилась. Теперь мы можем строить что-то новое. Да, теперь мы можем строить что-то новое. Смотри, как вместе у ребят все хорошо получилось. Только помни и не забывай о том, что все нужно спрашивать у взрослых. И обязательно помогать друг другу, особенно когда тебя об этом просят. Пока! До новой встречи!